Привет, вы смотрите видео-версию сайта Tarantas News, и сейчас расскажу вам о новинках для российского рынка от марки Cherry. Как сообщает Автостат со ссылкой на пресс-службу китайской марки, в следующем году в нашей стране появится новый кроссовер из линейки Tiggo, а также новинка от премиального суббренда Exeed. Так, на российский рынок во втором квартале следующего года выйдет кроссовер Cherry Tiggo 8. Вероятнее всего, что в нашей стране появится актуальная версия модели, которая обновилась в начале этого года на китайском рынке. Tiggo 8 получил внешний дизайн в корпоративном стиле и стал несколько похожим на Tiggo 4, только крупнее по габаритам. Подробности о Cherry Tiggo 8 пока не раскрыты. Поднебесный кроссовер оснащается 1,5-литровым мотором мощностью 156 лошадиных сил, а также силовой установкой объемом 1,6 литра мощностью 197 лошадиных сил. Менее производительный двигатель работает в паре с 6-скоростной механикой либо 6-ступенчатым роботом DSG, а более мощный – 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Привод у автомобиля исключительно передний. И еще одной новинкой для российского рынка в 2020-м от компании Cherry станет премиальный кроссовер суббренда Exeed под названием TXL, который является удлиненной версией модели TX. Данная модель построена на той же платформе, что и Cherry Tiggo 8, но она длиннее восьмерки. В арсенале кроссовера будет турбомотор, выдающий 197 лошадиных сил объемом 1,6 литра, который сочетается с роботизированной коробкой передач. На данный момент автомобиль проходит сертификационные испытания для получения одобрения типа транспортного средства. Также в пресс-службе добавили, что в компании планируются и другие обновления модельного ряда Cherry в России, о которых будет объявлено позднее. На данный момент это все. Больше новостей доступно на нашем сайте tarantas.news. До скорого!